Ты понял, ты специально типа спрашиваешь, какой у вас никнейм, чтобы забанить нахуй? Что не подходили нахуй. Ну что, заезд на будет? Конечно, брат. Давайте, погнали. Нихуя у тебя аппарат, блядь. Это же 63-й? Серьезный мужик, нахуй. Большой пенсил, а? Наши ребята, говорю. Да, да, ебани газу. С места тебе дать? Ну да, да. На месте? Ну да, не, просто, ну да. Все, съебаемся, пока он. Бля, как же ты его легко слил, нахуй. Спасибо, брат. Налево разворачивайся, поехали сразу. Давай, просто разворачивайся и съел все. Там велосипедисты еще, бля. Ну это уже их проблемы. Ну сейчас она съедет, походу. Подожди, она, по-моему, направо повернется. Слав, готов? Сейчас, подожди. Сейчас, как снимать? Вот так вот, наверное, самое лучшее будет. Сильно, брат. Чуть-чуть. А мы ровно стоим? Ровно. Ровно? Давайте вот так. Давай, дядь, дашь нам сигнал, три штуки. Давай. Блять, ебать. Там даже, по-моему, он не сертанул. Охуеть. Не понёшься, нахуй. Там где-то посос. Не, там просто, там, блядь, там, Диман. Он даже газ не нажал, как будто. Я заснял, как он просто, нахуй, летал у нас. Мне кажется, у него что-то не получилось. Он как будто... Короче, нажал чуть пораньше и потом не нажал второй раз. Почему-то, видишь, он почему-то начал это, типа, прокатываться. Да, да, да. Ну, сейчас он отговорки скажет, погоди. Че? Ну, естественно. Задержки стартуют. Потому что у тебя двигатель, брат, обычный. Хочешь еще, брат? Блин, у меня, правда, поворот здесь. Задержки стартуют. У нас задержка как будто была. Ну, хочешь, я сяду за твою? Давай еще один раз, и потом я за твою. Давай, поехали. А, бля, тут поворот. Бля, нам нужно так туда поехать. Пойдем лучше с поворота так проедем и там стартанем. Давай, да, давай обратно. Давай. Бля, ну Тайкан пиздец, конечно. Охуенный автомобиль. Я реально, ну, у меня такое мнение, хуй, в электричках было. Ну, не тех, которые я сейчас снял. А то странно прозвучало, блядь. Чисто снова час назад на ЗСД. Ебаная, блядь, машина села. Ну то, что он садится, это пиздец. Не-не, он сказал про то, что именно туда обратно до конца съехать. Верни 0.5, вернуть 0.5, давайте. Я просто думал... Да ебаный самолет просто. Они пишут 63-м? Ну, с этим. 63-м? Ну нет смысла, на самом деле. Ну можно, можно. Нет смысла, потому что он или... Медленно слышу. Я могу с улицы снять, хотите? Давай, давай. С улицы снять? Давай, второй раз, давайте. Только вы меня не собьете, надеюсь? Могу вот так вот. Вы меня не собьете, надеюсь? Пизда тебе, рыжий! Сядь обратно? Стой, погоди, погоди! Я могу сесть обратно, вы скажите куда, просто скажите. Давай, окей. Не, они хотят с тачки. Я надеюсь, он не хочет сзади ехать? Да, пиздец, ну, если он сзади поедет, то будет фио. Так обычно никто не делает. Блять. Бляшки рот, нахуй. Пиздец. Ну да, без шансов. Вообще, ну там вообще нет, да. Дай я попробую сесть за 911. Просто интересно. А ты хочешь, чтобы Диман за это сел? Да, да, да. А Диман думаешь, он может газу дать? Мне кажется, он не даст газу, как ты даешь. Нет, брат, тут вообще ничего не надо делать, это просто. Ну, тут просто педали и все. Не, я понимаю, я просто думаю, Диман, ну, он боится, мне кажется, еще как нажимать. Ты на твоем газу, мне кажется, так же дашь нормально. Да. Здесь нет ланча, брат, это электромобиль. А у него есть? У него есть, конечно. Но у него и 4S, у меня турбо. Ой, блядь, ты уходишь просто на... Ну он стартует, странно, не должно быть такого. Пойдем поменяемся машину. Мне с тобой сесть пока. Я бы с Диманом нахуй сел бы в эту тачку. После дам. Иди ты как к нему, брат. Серега, останься сзади. Не, я там хочу. Ну ты в любом случае сзади останешься. Ты с Ваньком поедешь? А хотя нет, давай с Жиком, он легче. Давай, ты же легче. Дай камеру, я со Славой прилечу. Дай стрим. Я, может, с Диманом со стримом? Давай, может, давай. Как хочешь. Сиди чат.
Чат, хотите с Ваньком? Хотите с Диманом или с Славой? Ну что, как? Ну сейчас Слава пишет. Гость Диманом, Слава, Диман, Слава. Ну короче, они 50 на 50 пишут. Давай так и так. Давай так и так, поменяемся потом. Давай. Сейчас, подожди, я пристегнусь. То есть Спорт Плюс ты включил? Все сделал. Я Диману говорю, включи Спорт Плюс. Он говорит, оно само включает. Я говорю, нет. Да. Подержи. Угу. Я пристегнусь. Бля, а вот это у него заряженный мерс же, пиздец. Сейчас. Ну, брат, ты что, даже рядом не стоял. Вот с 911 можешь стартануть. Так заряженный, да, конечно. Еще третий. Бля, ебать охуенный. Пойдем на старт! Тут есть одна фишка. Я думал, он не использовал. Какую? Хотя хуй знает. Ну, он просто стартовал. Без педали? Я не знаю, вот этого он не говорил, он молча стартовал. Он боится, что ли? Ну да, он такой типа фол. Шаем скорость, правильно? Ну нет. Ну мой 60 едет. 60-80 максимум. Ну, да, типа, да. 60 можно, 20 км больше. Ну 19 вообще, по правилу. Мы сейчас проверим. Просто интересно. Давай. Ну не, ну он не так делал. Он просто нажимал педаль в пол, понял? А, реально? Да, без этого. Без этого проебал. Да? Да, стоп. Давай вообще выйдем, Димана. А баллы можно поставить тебе на канале? Да, ну не, мы не выйдем, не выйдем, не выйдем. Не ставьте баллы, не ставьте выйдем. Прям, ну я не выйдем, не выйдем. Блять. Мы сейчас... Ну может выйдем, потому что он только сел за тачку. Ну если он засыт как-то опять что-то. Да. Ну, там такой... нечего делать, брат, там просто Спорт Плюс и газ пол, все. Ну Диман такой, он аккуратный пиздец. Он даже не хочет пересаживаться, потому что говорит, ну ебать, какие эмоции здесь. Чат, куда камеру, вперед или на нас? Ну меня прижимает пиздец. 0.5, так 0.5 включено, алло. Вот единица, а вот 0.5. Вперед, давай, договорились. Да, о, 0.5 так включено. 0.5, да? Да, я в 0.5 включил. Ну мы сейчас пиздец на равных будем. Вот единица, чат, а вот 0.5. Сейчас открою. Да, давай. Брат, только... Диман, тормози у конусов, не пытайся меня обгонять. Я не буду, ты меня пропустишь прямо. Или ты будешь ехать прямо? Я буду прямо ехать. Просто стартанем, посмотрим. Скажи, как готов будешь? Давай. Там конусы, да, надо аккуратнее, а то уебемся в них. Бля, красиво. Я готов, пусть сигналит. Сигнал. Куда он стартанул раньше, бля? Крыса. Бля, крыса ебаная, пиздец. Стартанул на вторую просто, гудок. Давай еще раз, это так нечестно. Бля, старая крыса, пиздец. Старая грыжа, блядь. Старая грыжа. Бля. Ну это такой себе поступок. Пойдем вот здесь стартуем? Вот здесь? Да. Чтоб не разворачиваться. Давай. А то, кстати, да, ебать. Я даже не знал, что. Он сам охуел меня. Так мне кажется, Диман случайно типа стартанул такой. А, он же не ездил. Он не ездил, да. А он испугался. Он, короче, нажал педаль в пол и типа потом тормоз. А, возможно, он еще... испугался, да. Тут там же ланча нет, он может пытался ланч сделать, а его нет. 63-й го, 63-й с мерсом. Ну, кстати, здесь тоже можно, да. Ну, они подъедут? С кем ты хочешь здесь стартануть? Диман. Блядь, ну он не слышит. Почему он такой тупик? Я не знаю, но он старый просто. Он что-то сидит. Он даже не видит тебя. Ну, он все увидел. Брат, справа встань! Давай, сука. Давай. Что, закрывай окно? Давай. Выключай кондей, нахуй. Тут стартанем. А куда ты? Там дороги непонятно что. Дядь, мы едем до 60 километров. Это 2 секунды. Просто старт, понятно? Давай. Диман, только, давай, блядь, старт. Диман! Вперед просто уехать. Дим, только на третий сигнал стартуй, а не на второй. Я понял. Просто... Крыса. Давай, рейди. Сейчас надо ему сказать. Тут закрой нас сразу. Да. Но он не видит. Да? Он не видит, блядь. Брат. Давай я отсигналю, Диман. Он будет сигналить сейчас. Блядь! Прижим, ух, еб, сука. Ну да, его не тайкан нереально. Электромобиль невозможно. Да, невозможно, да, он слишком быстро. Ну, блядь, прижимает, блядь, пиздец. Ты знаешь, чем дело? То, что у него турбо, блядь, а у меня 4.
И то там было бы сложно пить. А на Turbo S, если бы это Turbo S была, мы бы выбили его или Turbo S ебет Turbo S Taycan. Turbo S 911 ебет. Да? Да. Я понял. Бля, ну, не знаю, вот этот звук ебучий. Да, звук это пиздец. Так он тут еще так прижимает. Я не могу. Соска пиздец. Да, да, да. Она прям, знаешь, такая сочная, сладкая. Можно с Мерсом стартануть. Давай с Мерсом. Ну, кстати, с Мерсом вот на это нормально. Выпьем Мерс? Да. Нет? Да, ты Мерс, такой Мерс, мотаешь головой, типа нет, а потом если да. Если у него не на втором стейдже, то выпьем. Давай. 100%. Сейчас посмотрим. Давай последний с Мерсом. Давай. Блять, велосипедист, конечно. Нормально, нормально. В GTA-ху играл? Да. Ставку? Может, ставку захуярим? Вот, давай, 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 давай. Чат, модеры, ебаните ставку в Мерсе или мы... Да чё, чё ржёте? Ну, ну, у Димана 100 сабок обычно такое. Ну, велик, велик. Нифига себе. На ней Тинькофф. Она на меня посмотрела. Дай с Мерсом. А, реально? Ну все, вы... Что он говорит? Давай. Ну, он сказал, вызываю. А, нифига себе. Скорость мы не превышаем, поэтому все заебись. Ну, да, да, да. Ну все, давай с Мерсом. Брат, иди сюда на Мерседесе. Давай на третий сигнал. Давай, только без ланча. Ну, я с ланчом. Давай, давай. Давай. У Конуса в тормозе. Ну, ладно, хочешь без ланча, чтоб честно. Без разницы. Давай с ланчом, без разницы, давай. Кто чат, ставку есть? Сделали? Я дам. Пусть они дадут. Брат, посигнали, пожалуйста, Диман. Я не слышу, у тебя там сил нет, нахуй, в машине. Давай, давай я, да. Это, блядь, Диман просто. Сука. Бля, ну он так сигналил, как хуй моржовый. Он посигналил, потом готовы и пип, пип, пип. Все, бля, может заново? Надо съебываться. Я думаю, лучше съебаться. Ну да, да. Чтобы без проблем. Да, поехали. Ну, кстати, он жестко дал, на самом деле. Но мы его догнали. Ну, в итоге мы же догнали и перегнали. Я бы его выебал изначально. И там еще конусы эти ебаные. Из-за них страшно. Че, поедешь на 911, может? А че, че это за хуйня? И нахуй он так стал? Чтобы дорогу перекрыли, чтобы нас выебались. Он отъехал, смотри. Ты же этого... Он не видит нас. Он такой, отъехал я. Он отъехал, мне машина для другой, а мы приехали. Бля. Получается, нам повезло? Да. Да, пиздец, ебать тайминг, чат. Он для этой мелкой фуры, для автобуса ебаного. Их в автобус, нахуй. И эта машина отъехала. Пиздец, нам повезло. Блядь. Куда поедем-то? Сейчас здесь налево завернем. Потом там прямо связь упадет. Да, да, налево. Я говорю.